Здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Cat Family. Я сегодня вам расскажу про вот такие вот заквасочки Vivo. Вот у нас тут и ряженка, и сметана, и муна-йогурт, и фит-йогурт. И вообще, очень-очень много. Особенно у нас вот есть такая шоколадная паста Vivo с фундуком. Кстати, без сахара. Вот все это еще запечатано. Значит, заквасочки есть в баночках. Видите, вот такая вот заквасочка. В баночках. Да. Вот. А есть вот в таких вот пакетиках. Видите? На сайте, который я вам покажу и размещу ссылку под этим видео и описанием, вот, где это все купить. Это вообще, честно говоря, для Клондайка, для людей, у кого есть йогуртница или мультиварка, или просто слегка теплое молоко насыпаете, укутываете одеялом или полотенцем на 8 часов. И через 8 часов у вас вот такая вот вкусная домашняя штучка. Смотрите, вот у нас есть сметана. Там, по-моему, нужно только в сливки добавлять. Тут есть иммуновит Vivo. Видите, как сметана Vivo выглядит. Сейчас мы все посмотрим. Ряженка мне вообще очень нравится. Она такая домашняя, знаете, как из печки выходит. Топленое молоко. Вот. Такая вот баночка и бутылочка идет на 1-3 литра. В топленое молоко вы добавляете эту закваску, размешиваете, ставите на 8-10 часов. Ну, вообще за 8 часов оно в мультиварке прекрасно выглядит. Потом ставите, охлаждаете в холодильнике. И у вас очень-очень вкусный продукт. Вот так вот выглядит. Очень многие вещи в этих заквасках. Очень вкусный йогурт. Такой йогурт бывает и в баночках, и в пакетиках. Это гораздо вкуснее, гораздо приятнее, чем покупать это все в магазине, где добавляют всякие консерванты. Кстати, котикам вообще нельзя, честно говоря, молоко, хотя добрые люди поят молоком, ставят. У котиков потом, простите, расстройство желудка. Вот. А еще некоторые люди ставят котикам тюльку. Вот. Кормят их бог знает чем, особенно дворовых. Потом это вылазит огромными проблемами. Или кость застревет в горле у котиков дворовых. А волонтеры спасают. Я бы хотела рассказать вам про пасту шоколадную. Но все-таки расскажу вам еще про такую вот. Это очень, кстати, полезно детям. И, между прочим, вы знаете, есть такой офигенный рецепт. Просто обалдеть. Если вы такой вот закваской, ну, уже готовый. Вот. Допустим, мюсли или овсяночку зальете, добавите сверху фрукты, поставите себе баночку в холодильник, то с утра вы получаете вкуснейший завтрак. В принципе, вот у меня вес 48 килограмм. Вот. Когда-то, вы не поверите, у меня было 70. Ну, до тяжелейшей операции. А после операции я как бы... У меня отсутствует чувство голода.
Вот. Но я знаю, что нужно кушать. Я очень люблю вот эти закваски. Это вообще с пробиотиком. Очень полезно для всего организма. Выводит из организма токсины. Ну, наконец-то мы дошли до пасты. Я вам показала практически все пакетики. Вот. Их можно купить на сайте Vivo. Их можно купить, допустим, в аптеках. Йогурт веган. О, боже мой, там вообще клондайк. Так, сейчас я остановлю на секунду, потому что я одной рукой снимаю, другой рукой показываю. Итак, мы открыли, распечатали вот эту пасту без сахара. Значит, что здесь написано? Без консервантов, без красителей, без трансжиров, без заменителей какао-масла, без стабилизаторов. Знаете, довольно-таки очень вкусный продукт. Вот такая вот она. Очень рекомендую. Вот такая вот баночка. Так, состоит это из фундука, инулин, какао там тертое. Ну, в общем, зайдите на сайт, посмотрите. 300 грамм баночка. В общем, вот такие вот вещи я вам всем рассказала. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Я буду рассказывать про новые видео, как я делала сметану. Мне, кстати, интересно, потому что вот я когда-то делала сыр заквасок. Очень вкусно получалось. Я вообще люблю домашнее, без химии. И его очень много выходит. Вот это вот пару дней назад я делала йогурт из закваски. Просто такое вот жирное молоко. Вы знаете, я замучилась искать домашнее молоко. Я купила просто молоко, пастеризованное, 3,2%, кажется. Есть еще домашнее, бывает фермерское молоко. Вот, видите, какое вот оно. Ну, вот ложка стоит. Причем особо заморачиваться не нужно. Вы просто, ну, там... Мультиварка, по-моему, сама подогревает. Вот. Я уже рассказывала, у меня вот подарок есть. Мультиварка Тефаль. Здесь вот есть йогурт, там можно выбрать, как кушать. Солнце, на. Пробуй. Натуральный продукт. Ссылка, где это все купить, я размещу под видео. Это, кстати, очень полезно и детям, и людям, и животным. Да, моя лапочка. Желаю вам здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих питомцев. Подписывайтесь на наш канал. С вами был канал Cat Family. Да, солнце, это специально мама для вас сделала. На, пробуй. Ну, а вы можете это сделать для себя, для своих детей и близких. Это очень полезно.